В городе Кумертау по адресу Худобережная 10 случился пожар в комнате общежития. В экстренную службу очевидцы сообщили о дыме, который шел из окна квартиры на втором этаже. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны 9 февраля в 9 часов 16 минут утра. По прибытии на место сообщения пожарной охраны было установлено, что произошло загорание в одной из квартир дома на втором этаже. В ходе тушения пожара с пожара был эвакуирован один человек, проживавший в данной квартире. Далее данный человек был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказался мужчина. Погибших нет. Однако он был доставлен в городскую поликлинику для медицинского обследования. Состояние оценивается как удовлетворительное. Уже во второй половине дня он был отпущен домой. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил инспектор Кумертауского отдела надзорной деятельности Алик Шарафудинов. Скорее всего, пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем хозяина квартиры, который находился на момент тушения пожара в нетрезвом состоянии. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».